Здорово всем, друзья, с вами я, мистер Чири, у нас финал. Финал Кубка Стэнли, реально последний матч, седьмой матч в финале. Это будет жарко, мы играем дома, и здесь нужно забирать этот кубок. Погнали! Но перед этим у нас есть пресс-конференция. Давайте посмотрим. Василий, некоторым игрокам такая возможность не упадает за всю карьеру. Каково это, когда от победы вас отделяет единственный матч? Мне все равно, как это выглядит. Главное, чтобы мы победили. Выигрыш Stanley Cup будет еще одной отличной строчкой в моем хоккейном резюме. Скорее поднять его над головой после матча. Давайте посмотрим. Как собираетесь этого добиваться? Пока шайба у нас, гол нам не забьют. Мне кажется, это рецепт успеха. Я поднял команду на большую высоту и останавливаться не намерен. Будем звездочкой, будем королем пресс-конференции. Вы нужны команде, Василий. Похоже, это будет большая игра. Увидимся. Да, это будет большая игра. Это будет огромная игруха. Ну что, вот он самый важный день в жизни Суховоротова. Момент, в котором мы узнаем, зря ли мы все это время ждали финал и пробивали столько карьер в эту сумасшедшую рубку. Ну давайте посмотрим. Первое вбрасывание. Нужно быть собранным все 60 минут игрового времени. Но, как вы понимаете, это только игровое, а еще есть паузы, в которых тоже нужно не накосячить. Опасно, за уши могло завалиться. Тарасеныч, Ранта. Донской. Закрыто. Еще раз закрыто. Нужно направо отдать быстренько. Бросочек! Да на то, зачем ты так сближаешься? Надо было сразу бросать. Мог поймать голкипера сейчас на ближний. Комтуа остановился. Передача опять же на пятаку пытались. Но бросочек наносит тот же самый Комтуа. Бросок! Аккуратненько, Донской. Закрыто. Ух! Проигрываем вбрасывание. Закрыто. Перекрываем. Круг. Забрал. Нюлендер. Мимо. Погнали второй период. Посмотрим, что получится из этого. Пока команды боятся. Нервничают. Атаки не проходят. Опасные моменты вроде как есть. Что у нас, что у Листиков. Но пока что не реализовываем. Донской. Закрыто. Забрал. Можно налево. Хорошо. Дюклеер. Дюклеер! Где ж бросок-то? Подчеркните. Точно в тело. Донато. А где ж скорость-то? Где скорость, Донато? Развернулся. Передача. Нужен бросок. Стила. Попасть в створ. Жестко. Мимо. Но я прочитал, что он будет дальний бросать. Я прочитал. Субан.
Пас вперед! Трое просто грызут. Передача отличная, не попадает Кунтуа по шайбе. Силверберг! Как не летит! Подбор, Кунтуа! Помочь, Силверберг! Помочь! Шайба у нас! Ой-ой-ой-ой, защитника-то нету, но шайба, фух, отправляется в зону соперника. Тарасяныч! И! Ой-ой-ой-ой-ой! А если бы залетело? А если бы нам сейчас боженька помог? Есть выгодное вбрасывание. Бросок! И завались! Нет. Ну, не там, не кто-то из комментаторов завались или что. Шайба завались, ворота именно. Тарасенко. Развернулся в ближний! Нет, решил в дальний. Нужно стараться в ближний в такие моменты выкатывать. Тем более мы знаем, что угол, где ловушка у Ранте, страдает. Марнер. Круг. Мимо. Жестко. Потолкались немного. И поиграем мы 4 на 4. И выкатил Тарасенко! А Тарасенко знает толк в таких делах, да? Вот вам Субан и толкание ягнят. Нилендер. Мэтьюс накрыл! Хорош! Стоун. Красавчик. Остановился Дюклер. Передача неточная. Последние секунды. Будет ли бросок в конце? Прям в ловушку. Что у нас там по броскам? 7-7. Игра равна. Играют два говна. Прикиньте, вот так вот в финале. Ну, если честно, да, решающая игра. Два периода по 7 бросков. Скукота необыкновенная, но играем на результат, как говорится. Сейчас Торонто пойдет в бой, поэтому нужно быть собранным. Тихо! Если бы сейчас прошла шайба, что бы я делал? Обосрался бы, что? И! Нет. И вот тут бросай! Бросай, не бойся! Чего боимся? Марнер. В касании 1-1. Бросок добить! Ой, красавцы, спасли меня сейчас от инсульта, от инфаркта, от всех возможных последствий пропущенной шайбы. Тарасеныч, ты просто пушка. Ты просто душка. Почерете? Ух ты! Удаление будет. Удаление это такое себе. Выбросить. Хорошо. Мимо. Рикошет. Но вообще он бросал в дальний, поэтому я туда и дернулся. Подчеркните.
Стол! Передвинуться! Закрыть! Забрать! Отдать! Нет, не отдать. Тихо! Закрыл! Тихо. Восемь секунд. Не восемь. Две минуты. Два-два. Я дернулся в дальний. Зачем я дергался? Надо было на месте оставаться. Блин, еще... Бляха-муха, мы все равно 2 минуты еще в меньшинстве. Два-два. Все из захвата. 5 на 3 реализовали. Буквально считанные секунды им потребовали, чтобы реализовать это все. Тейс. Теперь поняли, почему я в дальний дернулся? В такой ситуации. Жмут. Жмут. И не жалеют. Круг. Закрыто. Закрыто. Забрать. Хорошо, что я ее отодвинул от себя туда, вправо. Нам бы сейчас забросили. Закрыто. Вышел пятый. Закрыто. Закрыто. Мимо. Боже. Закрыто. Донато. Бросок. Ранта. Бросок. Ранта. Вошли в зону. Подбор. Мата. Матиос. Закрыто. Штанга. Блин, господи. Прошел. Пас. Не туда. Стил. Оставалось только попасть. Передача. Еще одна. Нет, бросок в девятку пытался. Тарасеныч. Поезд. Передачка не прошла. Мимо. Еще скажите, что шайба в воротах, да? Хрена с два. Прошел. А дальше передачку. Еще один поезд. Стил. Стил. Развернулся. Еще! Не летит. Хорош. И не летит. А надо бы. Не прошла передача. Не прошла. Последняя минута пошла. Донской. Пытался пролезть. Тоффоли. Бросок! Гол! Гол! 3-2! 3-2, друзья, за 40 секунд! Тайлер Тоффоли! Вообще он Тоффоли! Боже, как он поднял эту шайбу! Так, осторожно сейчас!
Сейчас нужно быть осторожным. Да, вот он! Вот оно движение клюшки от голкипера, когда он нагибается, пытается выбить клюшку соперника, но промахивается, шайба залетает в ближний угол. Аккуратно. 30 секунд. Передачку! Передачку! Ну же! Ранта! 16 секунд. Выигранное вбрасывание. А дальше? А дальше? Удаление! Удаление у Торонто! Есть выигранное вбрасывание еще. Бросай! Не жалей! Хенрик! Кто-нибудь еще бросок! 6 секунд! Пустые ворота! Тейвс! Мимо! Мы чемпионы, друзья! Мы чемпионы Кубка Стэнли! За Анахайм, друзья! Да! Мы сделали это! Много карьер было сыграно за вратаря! Много карьер мы даже в плей-офф не попадали. А здесь мы взяли и выиграли Кубок Стэнли. Это нечто просто. Это просто нечто. Да, много ошибок у нас было. Да, много ошибок было у меня, но... Лучший игрок плей-офф? Тарасеныч. Ну, это понятно. Ну и Кубок Стэнли, друзья. Кубок Стэнли. Тот самый, который мы наполним пельмешками, борщичком и всяким съедобным. Силверберг появляется возле кубка. Сейчас он его поднимет. И... Да! Да, 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 давай, давай, поднимай! Да! Да дайте уже его Суховоротову, он его заслужил! Дайте этот кубок голкиперу уже. Да какой гул? Ну вы прикалываетесь. Ну дайте, дайте ему. Вот он! Вот он! Да, друзья! Мы это сделали! Общую фоточку, пожалуйста.
на память. Ну и посмотрим статистику. Статистику матча. 18-19. Напоминаю, после двух периодов было 7-7. Ну, первая звезда, это, конечно, Тарасенович с двумя голами. Но я бы отдал его Тоффоли, который забросил решающую шайбу. Первая звезда матча — Владимир Тарасенко. Ну, сейчас самое важное. Нужно поговорить с болельщиками. Нужно поговорить с тренером. И будет стрим, в котором мы 100% покидаем Анахайм, друзья. И выберем уже другую команду. Итак, плюс 13 дал нам тренер за финал. Стэнли Кап. Воу! Вот это красиво. Вот это красиво, друзья. Записываю этот кусочек уже во время монтажа. Обнаружилось, что большая часть конца ролика куда-то пропала. Если честно, я не понимаю. Видимо, как-то разбилась запись, разбился ролик. И что там было, я расскажу вкратце. Я думал, что после вот этого вот потрясающей анимации того, как картинка Кубка Стэнли, ну, последний момент вы видели, да, там я восхищался красотой Суховоротова в праздновании Кубка Стэнли. И в этот момент нам пришло два варианта контракта. Это Tampa Bay и, конечно же, Anaheim. То есть два клуба, которые предлагали нам контракт, и понятно, что в Анахайме мы оставаться не собирались, перешли в Тампу. Также вообще до этого я думал, что у нас будет встреча с тренером, встреча с журналистами, но ничего этого не было. Если честно, я думал, все-таки с победителем Кубка Стэнли нужно брать интервью, и общение с тренером как-то должно быть, но этого всего не было. Вот так вот заканчивается карьерка за Анахайм. У нас будет стримчик за Тампу в ближайшие дни. Ждите. Вся информация будет в группе ВКонтакте. Надеюсь, что это будет до выходных. Поэтому увидимся. Всем спасибо за просмотр. Мы чемпионы. Всем пока.